Известный блогер Лена Мира знаменита тем, что грубо высказывается о медийных личностях. Под ее горячую руку уже попали Паулина Андреева, Ксения Собчак и даже Евгений Петросян. После новости о разводе Андрея Аршавина с Алисой Казьминой, стали всплывать неожиданные факты жизни известного футболиста с другой возлюбленной, Юлией Барановской. Это не ускользнуло от взгляда критика мира. Девушка написала большой пост женщинам без гордости, в котором не столько поругала Аршавина, который изменял матери своих детей, сколько высмеяла поведение Барановской. Позицию телеведущий блогер считает неприемлемой. Давайте на чистоту, Юлия Барановская, даже при полном параде, откровенная страшила. Это такая наша версия Сары Джессики Паркер, некрасивой женщины, ее любят, мужики не хотят. Я не знаю ни одного мужика, который бы хотел вдуть Паркер. Барановскую тоже никто не хочет. Женщин без гордости Юля хорошо знает и понимает, ведь она сама из их числа, пишет Мира. В своей статье Мира говорит о том, что Юлия после расставания с Аршавиным выбрала правильную позицию и стала работать именно на целевую аудиторию женщин, для которых мужчина является воплощением счастья. По мнению блогера, в обществе до сих пор предвзятые отношения к представительницам слабого пола, у которых нет рядом сильного плеча, все их считают дефектными. Девки, уходите от тех, с кем вам плохо. Не сидите, подобно Барановской, годами с подонками. Отношения, в которых вы плачете от боли и обиды, не стоят того, чтобы в них находиться. И неважно, сколько совместно прожитого и совместно нажитого вас связывает. Уходите. Половой орган подонка – последнее, за что стоит держаться в этой жизни, говорит Мира. Своим подписчицам она дает совет, что нужно как можно быстрее оставлять мужчин, потому что любая неопределенность завтрашнего дня лучше вашей сегодняшней стабильности жизни с подонком. Юлия Барановская пока никак не прокомментировала гневный выпад в свой адрес. Сейчас телеведущая отдыхает в компании детей. Она не устает отмечать, что наследники являются главной радостью в ее жизни и наградой за все пережитые потрясения. Об отношениях с Андреем Аршавиным звезда старается не вспоминать, оставив обиды в прошлом.